Анапские спортсмены завоевали медали первенства России по рукопашному бою. С 9 по 13 апреля в Туле состоялось первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 17 лет. Юниоров и юниорок от 18 до 21 года. На соревнованиях достойные результаты продемонстрировали воспитанники Анапской детской юношеской спортивной школы номер 4. На третьем месте оказался Николай Феденович. Серебро завоевал Руслан Бадалян. А первое место покорилось Усладе Кичигиной. Спортсмены занимаются под руководством тренера Александра Толовского. Поздравляем воспитанников школы, их преподавателей. Желаем новых ярких побед.